У них ставят экран посреди деревни, там одна деревня, вторая, третья. Где-то посередине ставят большой экран. Он говорит, фильм смотрят и с этой стороны, и с этой стороны. В деревне выбирают человека, так как билет может быть дорогой, в деревне выбирают человека, который пойдет смотреть этот фильм. Но этот человек должен, уметь хорошо пересказывать, хорошо петь, видеть. Петь, видеть, слышать, рассказывать и так далее. И он смотрит этот фильм, приходит в деревню и пересказывает. Если фильм хороший, то деревня тоже начинает, и так далее.